Общие сведения. На перекрестке города Смоленск при ликвидации ДТП, при участии сотрудников ГИБДД, в момент подъема грузового автомобиля марки ГАЗ модели 3309 «Мусоровоз», который в момент ДТП опрокинулся на левый борт. Совершая подъем краном автомобильного типа модели МКТ-25 «Ульяновец», произошло кратковременное и одинарное касание линии электропередач тросом грузовой лебедки. Момент непреднамеренного маятникового движения груза. Происшествие произошло в Смоленской области в городе Смоленск. Светлое время суток при ясной погоде. Последствия. Пострадавший, по всей видимости, отсутствует. Повреждена линия электропередач, а также трос грузовой лебедки на расстоянии приблизительно 60 метров от крепления неподвижного конца полиспаста. Фактическая информация. Подробное описание работы крана. Кран модели МКТ-25 установлен перпендикулярно поднимаемого груза на все 4 выносные опоры без применения деревянных инвентарных подкладок на перекрестке под углом 45 градусов, прилегающий ЛЭП. Расстояние по вылету до центра поднимаемого груза 5 метров. Рядом на расстоянии в 5,3 метра проходит линия электропередач напряжением не менее 50 вольт, что противоречит в данной ситуации безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Ленточные и иные ограждения опасной зоны работы крана отсутствуют. Лицо, ответственное за безопасное производство краном, отсутствует. Автомобиль, он же груз, зацеплен за левую сторону кузова и за раму стропом типа ОСК-4. Оголовок стрелы установлен ровно над точкой зацепления крюка. Подъем происходит со значительным запасом по грузовой характеристике крана МКТ-25. В момент, когда зацепленный автомобиль достигает 50-60 градусов относительно проезжей части, резко смещается центр масс груза, появляется рывок с маятниковым движением грузового троса и крюка в сторону линии электропередач с последующим касанием оголенной части ЛЭП. В момент касания проводов линии электропередач в опасной зоне работы крана находится порядка 12 человек. Водитель поднимаемого автомобиля находится непосредственно под проводами линии электропередач. Случайно оказавшиеся рядом автомобили после короткого замыкания начинают движение через 3 секунды. Техническая конфигурация крана. Грузоподъемность крана на данном вылете. Вылет в момент происшествия. 13 тонн. Опорный контур крана. 5,8 метра на 5 метров. Кратность запасовки. 8-кратная. Длина стрелы крана – важный параметр, так как она в большей степени повлияла на короткое замыкание. Равна 9,7 метра. Высота подъема. 8 метров. Рабочий вылет стрелы. 5 метров. Описание груза. Грузом является автомобиль ГАЗ-3309 марки КО-440. Массой 8 тонн 180 кг. Предназначенный для сбора твердых бытовых отходов. Среднемагистральный. Анализ действий крановщика в момент аварии. Хочется начать с того, что, как часто бывает, при ликвидации городских ДТП привлекают к помощи автомобильные краны городских предприятий и так называемых частников, они же индивидуальные предприниматели. Зачастую это происходит в разгар рабочего дня или ночью. Это отрицательно сказывается на безопасности производства работ. Нередко от начальников колонн, механиков или других лиц применяются волюнтаристские методы по принципу «давай-давай». Для справки, волюнтаризм – это стремление реализовать желаемые цели без учета объективных обстоятельств или возможных последствий.
Такой ответ дают на любые доводы, меры и просьбы по обеспечению безопасной работы машиниста крана. Расположение крана относительно груза машинист выбрал наивыгоднейшее. Из расчета относительной устойчивости это взаимоположение данной модели крана является более устойчивым, когда груз находится в корме крана. Машинист начинает работу без ограждения опасной зоны, что идет вобрез производственной инструкции для машинистов кранов, которая гласит: запрещается работа при нахождении людей, машин или оборудования в опасной зоне работы крана. Машинист устанавливает кран вблизи ЛЭП, то есть ближе 30 метров, без принятия мер по обеспечению безопасности. Не установлены ограничители, линия не включена, не оформлен наряд допуск, нет ответственного лица за безопасное производство работ. Заведомо страховка груза осуществлена неправильно. Она не соответствует одному пункту требований производственной инструкции. Производить фиксацию груза при подъеме на высоту 200-300 мм, чтобы убедиться в правильности страховки, устойчивости крана и надежности действий тормозов. Из этого следует, что машинист крана и не предполагал вывешивать груз, чтобы установить его на 4 колеса. В действиях машиниста не исключено самовольное отключение ОНК-140 МЗОН. Проверка этого факта в данных условиях невозможна. Машинист крана производит работу без обычного стропольщика, что тоже является нарушением инструкции. Выводы и заключения. Выводы. Первое. Привлечение случайной техники для ликвидации ДТП. Второе. Игнорирование просьб и команд машиниста крана по обеспечению безопасности. Третье. Нарушение требований и правил производственной инструкции машиниста крана, таких как место установки крана вблизи ЛЭП, неправильная страховка груза, не исключающая окантовку, нахождение посторонних лиц в опасной зоне при работе крана, работа без стропольщика и так далее. Заключение. Причиной этого происшествия стало нарушение должностной инструкции машиниста крана, игнорирование просьб и предложений крановщика относительно безопасности, самовольное отключение или неисправность приборов безопасности ОНК-140 или МЗОН. При производстве работ, осуществляемых автомобильным краном «Ульяновец», с нарушением правил безопасной эксплуатации могло повлечь за собой несчастный случай с более тяжелыми последствиями. Но хорошо, что этого не произошло. Рекомендации по повышению безопасной эксплуатации кранов. Первое. Нужно было привлечь второй кран для равномерного вывешивания груза. Второе. Можно было привлечь для этой работы самосвал или фронтальный погрузчик для установки автомобиля обратно на колеса с помощью троса. Третье. Обязательное требование письменного разрешения на работу, то есть оформление на ряд заданий. И пару слов от автора этого видео. Целью ролика является не определение до миллиметров вылета длины стрелы грузоподъемности крана, участвовавшего в этом происшествии, а анализ и выводы, которые помогут в дальнейшем избежать повторения чужих ошибок, на которых нужно учиться. Не зря говорят, что все правила написаны чужой кровью. Главное, чтобы она не была вашей. Так что прошу вас отнестись к этому видео серьезно. Оставляйте свои видео и ссылки к ним в комментариях к этому ролику. С происшествиями будем вместе анализировать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте и всем пока.